Валерии Николаевой 18 лет. О проведении конкурса на лучший эскиз оформления жилых домов и городских объектов девушка узнала от знакомых. После приняла участие в мастер-классе профессиональных художников и нарисовала эскиз, который был признан лучшим в ее возрастной категории. Это приятный шок и какое-то вот чувство уверенности в себе, что да, я могу, вот я такое создаю. Такие проекты помогают убедиться, что можно практически все, главное желание, и тебе помогут. Эскиз Валерии Николаевой после доработки профессиональных художников и дизайнеров воплощается на торце 12-го дома в 14-м микрорайоне. Задумку победительницы переносит на стену художник Антон Районов. Когда видишь эскиз, сразу же у меня, как у художника, то есть мозг начинает работать в том ключе, что как я это буду делать, то есть какими цветами, какие материалы, какие приспособления мне нужны. То есть, вот, как можно заметить, у меня достаточно большой выбор красок. Это очень хорошие краски, которые долговечные, аэрозольные при этом. Антон Районов отмечает, что полотно для творчества, фасад дома, хорошо подготовлено. Работать одно удовольствие. Напомним, что стрит-арт-проект «Формула искусства» организован командой профессиональных художников компании «Раскрасим все» при поддержке нефтехимического предприятия в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Здорово, когда появляются такие объекты, учитывая, что, насколько я знаю, в Губкинском это впервые, когда вот на фасаде дома появляется такое большое изображение. Мне кажется, хороший шаг к дальнейшим вообще вот подобным действиям и, в принципе, чтобы люди раскрывали себя, старались как-то, старались находить что-то новое в себе и, в принципе, развиваться. На нанесение изображения на фасад 12-го дома в 14-м микрорайоне уйдет еще несколько дней. А вот эскиз победителя конкурса «Формула искусства» возрастной категории от 4 до 18 лет уже воплощен в жизнь. Яркое и необычное изображение украшает стену гаражного массива по улице Нефтяников. Екатерина Склюева, Денис Вильков, новости Губкинского.